Здравствуйте, откуда вы едете? Скажите несколько слов, вы откуда едете? Здравствуйте, а вы откуда едете? С Махачкалы. Здравствуйте, откуда вы едете? С Краснодара. Куда едете? Еду в Грузию. Я по работе еду. А, в Грузии работать будете? Ну, нет, я просто через Грузию еду дальше на работу. А как вы доехали? Доехали автобусом до Владикавказа, до пробки доехали на такси, а вот дальше пешком. Откуда вы едете? Скажите. С Москвы. С Москвы? А на чем вы доехали сюда? На маршрутке. На минивене доехали до Владикавказа. В Осетии закрыт проезд, пришлось пешком переезжать границу, поймать вот хорошего человека по... за 5000 за двоих, да, довез до сюда. Нигде не остановили, потому что местные номера, лайфхак. А вы вот скейтборды вы где купили? В спортмастере в 9.30 зашли быстро, вот все, что было, чтобы не пешком, да, и сумка, сумки даже не было. Я дома сидел, за полчаса решил уйти отсюда и ушел. До Верхнего Ларса будете на скейтборде ехать? Да. А вы откуда вообще, можете сказать? Хорошо, а велосипеды вы где взяли? Вы с собой брали, либо в Владикавказе? А почем взяли, можете сказать? 10-15 тысяч. Это подержанные или новые? Да, подержанные.